Грузопассажирское судно «Камчатка-2» доставили на полуостров. Баржа прибыла на борту сухогруза Николая Хромеев. Переход сухогруза из Приморья на Камчатку занял неделю. С борта Николая Хромеева на воду баржу спустили за 40 минут. Перед эксплуатацией «Камчатки-2» необходимо провести необходимые регистрационные процедуры, после чего грузопассажирское судно будет отправлено в Пенжинский район. В сентябре 2018 года Владимир Иванович посещал Ливадийский судостроительный завод. Мы ознакомились с ходом строительства «Камчатки-1», понимали, как будет вестись работа по остальным баржам, но и одновременно с этим было обсуждение возможности строительства на этом заводе нового парома, который придет взамен капитану Драбкину на переправу в Усть-Камчатске. Такое решение было принято. Конкурс состоялся, победитель — Ливадийский судостроительный завод, и новый паром, который будет носить имя одного из капитанов Камчатского морского пароходства, ветеранов, так сказать, он уже строится. Сегодня ведутся корпусные работы, в ближайшее время начнется насыщение корпуса уже технической частью. Ожидаем, что также где-то до середины следующего года паром будет готов, и в конце навигации 2020 года мы его запустим в эксплуатацию на паромной переправе в Усть-Камчатске. Первая баржа серии «Камчатка» уже доставлена в Алюторский район. Каждая из судов способна вместить 40 тонн груза и 25 пассажиров. Два двигателя мощностью 300 лошадиных сил каждый увеличивают максимальную скорость движения до 10 узлов. Благодаря размеру палубы на ней можно перевозить легковые и грузовые автомобили, а также грузы длиной до 24 метров. Кроме того, на борту Николая Хромеева на Камчатку доставили материалы, необходимые для строительства многоквартирного дома в селе Никольском. Наша компания организовала прием этого дома в порту Владивосток, сортировку этого дома, дальнейшую отгрузку на теплоход, перевозка в Петропавловск-Камчатский. Дом этот весит 319 тонн, достаточно большой объем именно в объеме этого груза. И ориентировочно 4 рейса «Сосновка», судов типа «Сосновки», они будут доставлять этот дом, один за одним, будут доставлять в ближайшее время в порт Никольское. Что касается баржи «Камчатка-2», она начнет работу на переправах Пенжинского района в навигацию 2020 года.